этими... Больше грага с ними через полэкрана, как бы держите. Не, ну я типа стою пушу. Ну, блядь, я не знаю, вот единственная у нас проблема, это типа топ-лейнер, ну, блядь, не знаю. Я могу драться с Грагасом, если что. Так а толку того, что ты можешь, типа, я не могу нормально драться против Зои до определенного момента, а топ-лейнер у нас вообще просто пиздец. Да, нормально. Не нормально, ну, в смысле, не так, типа, не нормально. Не так съебал, все, мы еще не въебали, еще я даже экран не чувствую. Я же не говорю, что мы въебали. Ты завуалированно это говоришь? Нет. Да. Короче, давайте минус негатив, как бы, этого ютю. Нажил должен этим заниматься, минус негатив. Так. Они инвейдить, скорее всего, пойдут. Ну, мы будем стоять это аккуратно, дефать все сайды, не подставляться под эти, всякое это говно. Топер в три буши, я здесь, кто-нибудь здесь, и один звук здесь, тоже очень аккуратно стоять. Митер на миде. Ну, то есть у них, типа, смотрите, с паранойей с ТП, это значит, что они, скорее всего, будут пытаться топ-лейн играть по большей части. Блять, Снайгинекс, тебе нужно супер сейфово играть эту игру. Просто космически сейфово. Потому что каждая твоя ошибка может стоить нам игры. Так скажу. Спасибо, меня это подбодрило. Не, ну ты выбрал Камилу. Да все файн. В этом плане он прав, поэтому смотри. Это да. На Бусиона вот. Что, заебали? Как вы заебали, блять? Это ж просто пиздец, блять. Вам на лавочке нахуй надо сидеть. Ой, блять, у нас плохой пик, хуй пик. Вам что, пообщаться не с кем, блять? Зайдите себе телеграм, нахуй, напишите кому-нибудь. Пизда вообще, блядь. Душно, нахуй, пиздец. Это... Мишенич, я не буду вард сюда ставить, потому что Робет его сломает. Окей. Тебе нужен пол, да? Да, мне нужен. Не вард здесь поставить, не? Да. Бля, только осторожно ставишь, там могут быть... Типа... Они походу бот будут. Да. Да, бот. России мертвый, грабис топсайд. Окей. Смогу зайти на бот после Галема? Давай. Может и раз, после щита. На миде аккуратно вот здесь. Вот это, ушел у меня. Ставлю вард. Он вот сюда вард поставил. Зои Redemption, осторожно.
него на бак потратила. Окей. Она... Не, она тут. Осторожно сейчас. Уходи, 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 уходи. На бочке грабис. Грабис ловит, может бежать. С бутсайда. Грагас бы слышал. Ну, из-за и половины ТП смотрим. Угу. Бард здесь поставим. Да ебать, хватит уже итмов получать. Возьмем лакер. Можем по Зои сыграть. Если попадешь сюда. Okay. Кто на бате на градус? Я иду в руку. Помоги мне запушить. Давай, давай, давай. Хотя нет, смотри. Не, ну, она ушла. Я могу скорее всего. Давай. Саня, Найс, Камил доел, Камил бежит. Он без слыша. Да, но... Я все держу в курсе. Я без маны. Все, бэк. Ну, бежа. Заебись. Ну, Камил ТП потратил, ой, точнее, Зоя ТП потратил на мидвейн, чтобы запушить. Она флеш тратила, видел кто? Да, 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 она типа попала по тебе, слушай. На боч, брэм. Блять, на боч зло, да? Ну... Вы выживете? Я убил. Без ульты, слышишь? Ургот и без маны. Я выжил. И без игнайта, Сталь. Я слышу. Мы можем убить. Блять, я хуй знает, нам надо как-то контестить этот бот, нет? Надо. Но ну, я не могу туда двигаться сейчас. Может получить туда посмотреть. Блять, два килла Зои. Ауч. Твой год ТП будет сдавать? Не двойник. Думаю... Нет. Сдал, сдал. Я убью. Поможешь сломать? Да, давай. Можем его убить. Он без слыша или нет? Слышу. Без ульты. И игнайта нет. Ну, типа. Все, спасибо. Я на бэк. Больше нет. Они будут контестить крабы или нет. Иду на Зоечку. У нас клинсон. Уже без. Фри слайм. Иду варит чекать. Она идет к тебе. Шестой эту грабис хотел забрать. Браун тоже что. Будет сразу потихоньку. Замес, наверное, блять, не получал. Ургот меня запушил. Выхожу на реку. Убираюсь. Давай по звёздочке будем играть.
Давай. Ай, серьезно? Я запушу, по-моему, СЗП, да? Можно еще, можешь одну пластинку забрать, я пока синий начну. Угу. Осторожно, они в кусту ждут. Ходи. Ладно, мог бы две пластины забрать, нахуй с ним. Он на репо после гранта. Будьте аккуратны на боте. Я тоже на репо пошел. С репо на топ побегу. Окей. Разыгрывать. Уходи, уходи. Да, без там боте. Не слыша. Ой. Все файл. Блин, они турат будут забирать? Окей. Мне 100 секунд осталось. Саня, нам надо убить Зои, спушить мид, и тогда нашему ботом-лейну станет попроще. Пока типа Зои держит мид, мы не можем нормально... Я в курсе, да. На боте. У нас челики на боте не могут нормально стоять. Что, Зои, кстати говоря, тоже на боте может быть, поэтому типа ее не видно. Так, иду наверх. Краба. Я бэкаюсь сам. Ты можешь заровнять на мид с нами сейчас, как Грагас есть. А давай, давай. Может. Можем ее больше задавить. Давайте выходим на тупуру. Станка стоит. Камео. Не, ну она ушла, она ушла. Так я бэк. Мой, на брат, на топ. А, давай вышечку ломать. Давай. Ой, больно, бля, я выйду. Ушел Ургот, у меня ТП 35 секунд, ребят. Парни, вниз пошел Грагас, он может снова сейчас выйти к вам на бот. Осторожно. Ургота нет все еще, вернулся. Саня, у нее ебальника нет, давай. Ну. Ну, пошел видно. Убавь, что мы делаем, да? Все, все. О, Ургот ушел, Ургот уже ко мне, да. Ебать. Все. Ну это было хуйня. О май гад, Грага скид. So fucking lucky. That's disgusting. Что, у неё флеш был? Внезапно. Ну, да, у неё был флеш. На мете выпускают прям сейчас Геральда. Подходите. Попади. Так. Да, я думаю. Там не было под контролем всего. Блядь. Ладно, файн. Thank you.
Скелимся же, да? Да, скелимся. Еще на топ, наверное, придут всей бригадой. Не, на мидду. Чудочка, может. Если Грагас придет, у него супоч, слышишь, Санек? Окей. Можем они везде пинг-варды расставляют, хуёво. На топе Грагас спасает, чё там? Ну вот смотрите, они по чуть-чуть, да. Они как бы запушивают мид, смещаются на топ лейн. Нажать, тебе нужно идти на топ. Не на бот. Так, что он взял экзот? Слышишь, тут скорее всего Грагас. Окей. Ну, у Грагаса супоч, его мы лопнем? Чё думаешь? Вот этого можно лопнуть. Мы его лопнем? Уходим, Сань, Сань. Может, подожди, подойдём? Ждём, пока буквально появится. Окей. Приколе. Закрывают, нужно сюда, ребят. Там пятеро на той. Нет, четверо. Люсан? Ю. Найс. Блин, если мы пораньше бы собрались, было бы получше. Ну, побыстрее бы перешли. Вот тут пинг, вроде как. Ладос, бэкнись. Не стой, просто иди. Иди на топе заряды, блядь, пью. Иду вот сюда фармить. Поэтому можно отдавать топ. Ну, чем его сейчас, скорее всего, заберут прямо сейчас. Угу. Правильно, тебе не надо. Лицо минус флаш. Минус хил. Грагас, предатор причем. На топ вас могут закрыть. Не, на вот под Грагас. Нормально. Один дракон. Пускай забирают. Лол, Грагас в том тимфайте ты стоп больше не нажал и умер из-за этого. У меня ТП есть, если чё. Смотрите, они заходят на шлюз. Там много. Марина, давай поконтестим. Я нашел. Тут Грагас еще. Не, я рядом. Ургота не видно. Зоя еще там, осторожно. Ургота на боте. Есть. Дают ТП, дают ТП. Окей. Найс. Грагас тоже нажал, да? Нет, да-да-да. Можем. Давайте. Заходим. Обратно. Блять. Сори. Тавр забирайте. Я тогда типа на мид пойду откушивать. Можем даже Зою возможно убить, если у ножа есть ульт. У меня флеш остался, ульта осталось. Только осторожно. Ругат на то. Окей, не, мы не заберем. Смотри, попробуй за ней тупо побежать. Смотри, на пинг чистить. Давайте выходим. Он уже где-то выходит. Вот здесь порт у нас заскучает. Так, я ботаю, вроде там тринти или тринь. Нормально. Да. Они на топе. С
сена так. Подойди, блядь, подойдите ко мне, во. Блядь. Окей, бет. Иду срок вам. Отдавайте, видишь. Не иду. Не иду. Я далеко. Сорок девять бочинских. Идут к нам, смотрите. Да. Грага смайт проебал. Зоя брал. Саня, как синий мне? Так, Камила, к тебе идут. Он за мной бежит, слышишь? Да, бежу. Но... Он без ульты. Блин, тут много народа. Окей. Я не успел ультить. Нас убили. Yeah. За это. Блять. Он два раза миссанул и все равно, блять, убил. Ты че ты ульти не можешь драться, пока мы вся карта Слышь. Черная, блять. Окей. Тут Зоя. Ну что будет? Я типа не подойду. Мне 15 минут. Знаю, пробуйте как-то полка зира. Если успеется. А я делаю это. Варта, есть пинг там поставить, не? Ничего нету? Нет, нет. На рандом. Блять. Клоус. Пошли синий заберем. Не знаю, на самом деле, какой у нас план сейчас. Мы в скирмишах сильней. Или еще нет? Ну, не особо. Что ложки, поехали. Да, в смысле. Ну хотя, давайте, да, давайте как раз вставать на боте. Лайк. Лишь раз пойдет. Я не думаю. В следующий раз повезет на миду. В следующий раз повезет омега лул. Да ладно, давайте. Давайте. Ну, что могу сказать? Классно, когда у тебя бот пикает после вражеского бота и все равно всасывает 2x2. Ну, эта команда, конечно, была обречена на провал. Конечно, были шансы выиграть, но... У меня тиммейты, которые не умеют играть, ну, типа, они как игроки слабые, они не могут, блядь, просто взять сильных героев, они потому что они просто не играют. И просто, типа, более-менее отыграть, то есть дать себя затащить. Ну, это как вот в Солоку, типа, идешь против чуваков, и у тебя тиммейт
Пик и дерьмо какое-то, да, потому что он не играет больше ни на чем. Вот так же самое и у меня челебасики. Они не умеют, ну, типа, они, нет у них, типа, вот в данной мете контест пиков. Вот. Про игроки, но одни на то и про китер. Ну, про игроки, они на то и про игроки, потому что они умеют играть на сильных героях. Ну, сильных метовых героев. То есть просто ты пикаешь героя, и ты можешь держать свою линию. То есть ты не будешь проигрывать игру, потому что вот ты пикнул дерьмо, и тебя, ну, типа, и против тебя взяли героя, и тебя просто ебут. Не потому что ты хуже по скиллу, а потому что ты не играешь на играх. Это, ну... Это, конечно, обидно. То есть... Если бы, конечно, у меня бот... Ну, бывает. Жаль, конечно, то, что можно было, типа, попасть в плей-офф, и можно было выиграть, но как-то импрува со стороны Адекери вообще никакого, типа, как Адекери сосал и проигрывал свою линию космически. Ну, в конце уже там, да, типа, там... Они сильнее, они нас ебут, потому что у них Зоя, поэтому... Ребят, плюс ребята на тильте. Ну, у нас были шансы, просто все зависело от того, вот как enemy, типа, подготовится и какие герои они возьмут. И так вот и получилось, что моих тиммейтов, ну, у нас, как оказалось, у нас топ-лейнер, ну, он не может против сильных топ-лейнеров играть. Типа, и... Enemy фпшит Ургота, ему нечем ответить на Ургота. Ургот просто стоит и ебет его. А он не просит даже бан Ургота. В чем, типа, самый рофл. Мы баним двух джанглеров, при этом не баним нашему топ-лейнера... Ну, типа, нашему топ-лейнеру сильный герой. Причем я, типа, спрашивал еще до игры, чуваки, давайте, может, типа, вы там будете... Я вам буду оставлять, ну, аспи героев, или мы будем банить вам героев, которым вам некомфортно играть. Ну, никто, типа, все молчат. Ну, поэтому печальненько, конечно. Взял... Так, тиммейты, понятно, зачем я взял Сираты? Ну, потому что, смотри, у врагов пик такой, что... Ну, блядь, они нас аутпикнули. У нас Наутилус мили, Сайлос мили, Камилу мили. У нас уже хуёвый пик, потому что тиммейты не играют на нормальных героях. Рофл в том, что у нас три героя, если, то есть уже не оставалось героев против Зои, которые бы использовались, понимаешь? Вот в чем проблема. Нам нужен был какой-то рейнджовый маг, который бы, пока мои тиммейты вот толпой фокусят одного героя, чтоб я кидал туда косты. И этим идеальным пиком был Ксерат. Ну, Ксерат и Риана. Но так как я считаю, что Риана послабее будет против Грагаса, в этом проблема там, ну, то есть, у меня изи было бы закемпить, это, типа, выбор пал на Ксерата. И идея была такова, что я должен был кинуть, ну, то есть, пока мои тиммейты хотя бы, ну, я же говорю, типа, с кучкой дрались против врагов, я кидал косты. Собственно, я так и делал, и это работало. Никто не хотел Б. Почему Ксерат? Блять, я не понимаю, чего доебались к моему герою? Я, блять, мы мид выиграли. Типа с джанглером. Я убил вражеского джанглера. Я убил, блять, вражеского мидлейнера. Я вражеского мидлейнера, блять, перефармливал. Я его, блять,
перепушил, перепрешерил. У меня, блядь, бот сосет 0.8. Вы мне, блядь, 2 на 2, вы мне спрашиваете, почему ксерат? Блядь, вас ебать не должно, серьезно. Это просто, блядь, fucking nonsense. У меня, блядь, все другие линии просто в говне. Вы мне спрашиваете, почему я взял ксерата? Почему у меня, блядь, игра закончилась за 10 минут? Почему у меня бот, блядь, заинтил на боте? На топе игра закончилась на стадии пиков, а бот закончился... Блять, ну, просто потому, что пацаны не смогли ни, ну, ни на инте 2x2. А вы мне, блядь, тут спрашиваете. Ну ладно, не 2x2, ну, блядь, там очевидно было, что к ним тоже, типа, будут ходить. Их задача была просто стоять, фармить. Ну, типа, то есть их задача, вот, перед челиками поставлена была задача. Просто не проебать линию. Они не смогли выполнить это, и все. Ну, то есть у них не было задачи, да, выиграть линию. У них была задача максимум, ну... Максим, типа, не проиграть линию. Они не смогли выполнить. У нас пик был въебан, потому что, прикиньте, вот три героя, Сайлас, например, Наутилус, да, наваливается и Камилу на одного героя. Грага скидает туда кухан, а уе дэмэдж. W Люциана с куханом и Люциана, а уе дэмэдж. У Грагуса Еха с ультимейтом, а уе дэмэдж. У Рготы кухан, а уе дэмэдж. У Зои кухан, а уе дэмэдж. У нас пик уже дерьмом был, попахивал, типа, я сказал своему саппорту, почему ты, типа, не пикаешь, например, там, нами к Дрейвену хотя бы, ну, чтобы, блядь, было, ну, хотя бы хоть как-нибудь стоять Дрейвену нормально, то есть, потому что, ну, типа, у вас есть хил, вы стоите, давите линию, плюс скорость бега, или там Жанну, например. Говорит, да это хуйня, блядь, Наутилус играет, ну, ну, мы проиграли чисто на вот пиках, к сожалению, бывает. Ребята там не скиллованные, а просто играют на более огромном, типа, пуле героев, и все, типа, и это решает. Типа, как про, ну, про то, как я и говорил, что сейчас в текущей мете в лиге решает только, ну, не только, типа, по большей части пул героев, на котором ты играешь. Играешь на огромном пул героя, ты хороший игрок. Потому что, ну, ты можешь, типа, ну, пикнуть героя, который уже по дефолту не будет проигрывать свою линию, неважно, насколько ты, блядь, хорош, если у тебя будет проигрышный матчап, тебе будет очень тяжело. И это уже, типа, связывает тебе руки по игре. И это, типа, ну, так всегда было, есть и будет. Да, у нас ноль шансов на выход, поэтому... ладно. Ладно. Я, короче... пока, ну, спасибо за саб. Я, в принципе, с локуху поиграю. После этого немного и... Че, типа, обсуждать это? Ну, блядь, проебали.